что у вас? А? Живое масло. Масло живое? Живое масло, да. Там живая вода. Живая вода, живое масло. Живые часы. Это не наше. Так, а что за масло? Масло отжимается из свежих семян, соответственно, под прессом 24 часа. Есть также эфиопское масло, есть масло среднее, здесь индийские, эфиопские семена. Дальше есть льняное масло. И также мы сотрудничаем с семьей, у которой есть оливковые деревья из Туниса. И поставляем вот такое вот вкусное оливковое масло из Туниса в Москву. Можете попробовать. Это для еды, да? Для приготовления? Да, это для еды, а вот это для здоровья, для иммунитета, потому что... То есть его можно просто принимать? Да, это как лекарство, потому что пророк Мухаммад, салям, как бы тоже лечился с помощью тминного масла. И как бы вот есть как бы варианты Эфиопия, жгучая Эфиопия, это наиболее такие, ну как бы более эффективно, но для тех, кто привык уже как бы пользоваться таким маслом. А вот средний вариант для, ну там для женщин, для детей, ну еще есть, пока не довезли, еще вариант для там совсем индийские семена, эфиопские семена, там помягче, то есть не такая жгучая она. Можно принимать по пол чайной ложки утром, либо до еды, либо после еды, но в зависимости от того, как организм воспринимает. А что лечит? Лечит, ну, вообще, укрепление иммунитета, лечение лор, заболеваний, горла, также суставы, у кого болят суставы. Вот. Ну, вообще, показания для этих, для тминного масла очень большое, то есть как бы от верхних дыхательных путей до там, заканчивая там заболеванием желудочно-кишечного тракта и какими-то другими заболеваниями.